Стой. Всем нашим сердцу, друзьям, с
приглашение посетить вашу столицу в связи со 150-летием установления российско-сербских дипломатических отношений. Мы действительно впечатлены той программой, которую вы подготовили, которая включает в себя многие мероприятия, не только по официальной линии, но и мероприятия, которые подчеркивают нашу духовную и культурную близость, имея в виду и сегодняшнюю церемонию, которую мы с тобой провели, возлагая венки освободителям Белграда, русским дипломатам, которые упокоились в сербской земле, и также церемонию презентации мозаики внутреннего убранства храма Святого Савы, которая прошла на очень высокой, трогательной, эмоциональной ноте с участием Святейшего Патриарха Сербской Православной Церкви, с участием представителей Российского Духовенства, Черногорского Духовенства и с участием огромного количества прихожан, общественных деятелей и артистов. То, что мы вчера обсуждали с президентом Сербии Александром Вучичем, наши выступления на пресс-конференции, по-моему, исчерпывающе показывают картину нашего братского сотрудничества и показывают то, что мы хотим оставаться самостоятельными, хотим выбирать пути своего развития, как это нужно нашим народам, и никого ни к чему не принуждаем. И хотим, чтобы это право было признано всеми теми, кто, как ты сказал, пытается искусственно создать препятствия для нашего стратегического партнерства. Уверен, что эти попытки с серьезными средствами не увенчаются успехом. И очень рассчитываю, что и наша оставшаяся часть программы, сегодняшние переговоры, выступления в университете, прием в нашем посольстве по случаю награждения тебя орденом дружбы станут достойным завершения наших сегодняшних контактов по случаю юбилея дипломатического отношения. Еще раз прошу вас.